Это мой дом. Да. Это то прекрасное место, о котором ты говорил? Есть много прекрасных мест. Я отвезу тебя в каждое. Но сегодня уже поздно. Тебе нужно отдохнуть, иначе много людей будут о тебе волноваться. Никогда не думала, что ты такой джентльмен. Это значит, что ты глубоко заблуждалась, на мой счет. Спокойной ночи. Мистер Фудзина, как вам японская кухня в Линхае? Температуру масла хорошо проконтролировали, весьма аутентично. Но в моем родном городе для креветок в кляре используют креветки, которых выращивают 3 месяца в чистой морской воде и в чистом соевом масле с гор, а также муку, которую раньше предлагали китайским императорам. Только используя такие материалы, можно создать высококачественные креветки в кляре. Звучит замечательно. Разные материалы создают разный вкус. Мистер Фудзина, мы бы хотели представить качественные креветки, как из вашего родного города. Надеюсь, вы нам поможете. Я думаю, так же. Мистер Уорнер, я закончила Йоркский университет. О продуктах вашей компании слышала еще в колледже. Наш преподаватель также восхищается вашими водонепроницаемыми тканями. Йоркского университета? Какое совпадение? Я тоже. Правда? Я поступил в 1989-м. Это было еще в прошлом веке. Но мой однокурсник Цере остался там преподавать. Вы слышали о нем? Цере мой преподаватель. Какая удача! Вы студентка Цере? Да. Неудивительно, что вы замечательная. Мистер Фудзина, вчера я говорил, что компания Семейцы хотела бы сотрудничать с вами. Я знаю, что вы договариваетесь с Айда. Что они предлагают? Менеджер Ли, в моем продукте заинтересована еще одна компания. Могу ли я спросить, каким будет ваше предложение? Конечно. 8 миллионов юаней. Мистер Фудзина, как насчет 9 миллионов? Я могу отправить за вами человека прямо сейчас. Я знаю довольно аутентичную кухню Киото Кайсеки. Они предложили 10 миллионов. Идиот. Соревнуешься со мной? Хотел бы увидеть, сколько есть у твоей семьи. Мистер Фудзина, Семейцы Групп предлагает вам 11 миллионов. Менеджер Чэнь, если мы предложим 11 миллионов, стоимость каждого предмета одежды увеличится на 15%. 12 миллионов. Мистер Фудзина, могу ли я сказать? Мистер Чэнь амбициозный. Айда Групп столько не предложит. Мы отступаем. Мистер Фудзина, я пришлю за вами человека. Менеджер Чэнь, исходя из нашего предложения, цена каждого предмета одежды увеличится на 47%. И что? Ли Джи Чен посмел со мной тягаться.
В прошлом году в эту пору я пригласил своих друзей, включая Цере, попутешествовать в Непал. Мы взобрались на Эверест. Это было восхитительно. Я была членом туристического клуба в колледже. Я была на Вирджинском пике и пике Дюфур в Альпах. Хотя мне не очень нравится такой активный отдых, но мне нравилось совершать свои личные достижения в те времена. Было так здорово стоять на вершине горы. В тот момент я почувствовала, что усовершенствовалась. Мы с вами так похожи, и это просто удивительно. Что ж, мистер Уорнер, раз уж у нас так много общего, стоит ли нам поговорить о сотрудничестве? Конечно, конечно, само собой. Я получила расценки от вашей компании. При всем уважении, у меня к вам один вопрос. Почему нам вы предлагаете на 15% больше, чем в Европе? Понимаете, чтобы выйти на китайский рынок, нам понадобится больше людей и больше ресурсов. Да. Но вот что я скажу. С Айда Групп мы можем договориться о меньшем увеличении прибыли. Правда? В конце концов, хорошего партнера по бизнесу труднее найти по сравнению с хорошей ценой. Простите, сэр! Простите, сэр! Позвольте мне отвезти вас в уборную и зачистить. Вы в порядке? Прошу меня извинить, я сейчас вернусь. Хорошо. Простите, сюда. Алло, все в порядке? Все хорошо. А у тебя? Все прошло хорошо. Я разговаривала с мистером Уорнером о том, что ему нравится. Он был очень рад. Он также согласился снизить цену. Отлично. Будешь хорошо вознаграждена. Алло? Кто это? Хорошо. Он вернулся. Мне пора. Можешь сказать менеджеру Гу готовить контракт? Хорошо, пока. Было приятно с вами познакомиться. Прошу, поймите, почему я не выбрал вас для сотрудничества. Я понимаю. Если бы не вы, то мой продукт совсем не купили бы по такой хорошей цене. Мы помогаем друг другу. Прошу прощения, мисс Линь. Я не могу продолжить с вами беседу. Почему? Кое-кто предложил мне сделку, от которой я не смогу отказаться. И хоть все-таки я был бы рад поработать с вами, но прошу, поймите, что я в первую очередь бизнесмен. Я понимаю. Могу я спросить, что за предложение? Вдвое больше вашего. Подготовьте международный контракт. Вторая сторона — Уорнер из Бельгии. Мистер Нин, наше предложение Уорнеру в два раза превышает рыночный курс. Если совет спросит... Ничего, я объясню. Займись контрактом. Босс Ли, прости. Зачем извиняешься? Наш разговор прошел очень хорошо, но когда он вернулся из уборной, то изменил свое решение. Сказал, что решил работать с другой фирмой, и что они предложили в два раза больше, чем мы. Ты знаешь, что это за компания? Компания Нинвайкая. Моего сокурсника? Что нам делать? У Синбаоруй сейчас есть деньги и технологии. Нам с ними не тягаться. Без ткани Уорнера наша спасательная куртка не будет должным образом функционировать.
Если мы не решим проблему с тканью, наша спасательная куртка... Я говорил тебе, что позабочусь о ткани. Верь мне. Хорошо, поняла. Не волнуйся, я поняла. Я подготовлю. Мадам, ваш кофе. Хорошенько приоденься, мы будем следовать первоначальному плану. Хорошо, не вопрос. Менеджер Ли согласился на интервью. Я назначила время. Хорошо. Пришли мне набросок, когда все будет готово. Хорошо. Стакан Грей Гус. Она в моем вкусе. Тогда иди. Идиот. Крепкий алкоголь, безусловно, может облегчить давление. Вы испытываете много давления на работе. Думаете? В Линхае состоялась международная торговая церемония. Она много шума наделала в нашей компании. Как так? Некоторые компании слепо увлекаются иностранными вещами. Многие компании боролись за несколько брендов. Конечно, эти иностранные бизнесмены поднимут цену. Некоторых так легко одурачить. Заключают контракт. Даже зная, что цена неразумная. Но притворяются, что не знают. Они ведь это сделали, чтобы получить откаты. Верно? Давно не виделись, мистер Уорнер. Мисс Линь, я сейчас работаю с Синбаорой. Я здесь, чтобы кое-кого вам представить. Это президент Айда Групп Ли Джи Чен. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой позор. Это лучшее, на что я способен. Сил осталось не так много. Честно говоря, я получил небольшой толчок. И от вас зависит, получится все или нет. Вы сейчас не о тренировке говорите, верно? Я говорю о сотрудничестве. Мы скоро подписываем контракт. Нам нужен хороший дизайн. Скажи дизайнеру, что если следующий дизайн будет таким же, то он будет уволен. Хорошо. Алло. Мы работаем над контрактом, можем подписать сегодня. Хорошо, скажешь им. Менеджер Нин. Какой контракт? К чему эта спешка? Председатель, менеджер Джо. Менеджер Нин, насчет дизайнера. Все в порядке. Можешь идти. Хорошо. Председатель, сколько ты предложил за бельгийскую ткань? Президент, цена действительно завышена, но ключ к выигрышу проекта Миншен – это Текс-фабрик. Айда Групп тоже борется за контракт. Нам нужно быть первыми. Насколько мне известно, у Айда Групп нет возможности подписывать любые контракты. Ты называешь нам липовую цену, чтобы получить откаты? Насколько я знаю, такие люди, как Ли Джи Чен, не будут терпеливо конкурировать с нами на рынке среднего класса. Он также нанял дизайнера, который учился за границей. Они ищут прорыв. Я знаю. Красотка Лин Цянь, твоя сокурсница из Британии. Не за нее ли ты соревнуешься с Ли Джи Ченом? Достаточно. Хватит. Вэй Кай, в будущем поговори с нами, прежде чем принимать такие решения. Если занят я, поговори с Джу Ханчунем.
И хотя я восхищаюсь президентом Ли, я уже решил работать с Синбаорой. Даже братья не говорят о чувствах в мире бизнеса. Выгода на первом месте. Сейчас я и говорю о выгоде. Синбаоруй не выполнит условия контракта с вами. Синбаоруй – большая компания. Можете позвонить сейчас и спросить. Полагаю, у Синбаоруй сейчас проблемы. Алло, мистер Уорнер? Мистер Нин, когда мы подпишем контракт, о котором договаривались? Юридический отдел работает над ним. Разве вы не торопили меня подписать его несколько дней назад? Мистер Уорнер, не волнуйтесь. Мы сразу подпишем контракт, как только будет готов дизайн. Не волнуйтесь, мистер Уорнер. После завершения дизайна мы подпишем контракт. Тогда поторопитесь. Хорошо. Не понимаю. Что происходит? Они тянут время. Вы имеете в виду, что они изначально не хотели подписывать контракт? Они дурачили меня? Если это на самом деле так, то их репутация... Думаю, Нин Вэйкай хотел работать с вами. Но у него недостаточно власти, чтобы решать. Нин Вэйкай — это ведь президент. Хотите сказать, что совет не согласен с его решением? Нин Вэйкай — президент. Но Синбаоруй принадлежит The Group. Его все еще считают чужаком. Мистер Джу не станет ему доверять, раз он предложил такую высокую цену. К тому же сын Джу точит на него зуб. Он не сможет заключить сделку. Такая большая компания не может даже заключить со мной контракт? Поэтому неважно, сколько денег предложили, это ничего не значит. Товар уже отправлен в Китай. Мы нужны вам, чтобы не было потерь. Джерли, если бы в вашей семье не наступили трудные времена, вы бы еще были президентом Айда? Нет. Так вы хотите сказать, что останетесь в армии? Да. Позвольте задать вам личный вопрос. Какие девушки вам нравятся? Девушка, похожая на винтовку. Что это значит? Можете объяснить? Маленькая, но сильная. Раньше вы были в армии, но теперь вошли в бизнес. Не считаете это большим вызовом? Простите, давайте прервемся. Не могу больше смотреть. Думаю, интервью слишком серьезное. Аудитория на самом деле хочет видеть твой стиль, твой характер. Только так ты сможешь продвинуть Айда. Веди себя естественно. Если тебе слишком жарко или волнительно, можешь снять пиджак. К тому же, когда она спросит о проекте Миншен, можешь ответить что-то вроде того, что, конечно же, это для вашей бизнес-выгоды. Но самое важное заключается в том, что ты находишься в первом эшелоне. Ты знаешь, насколько трудна эта работа. Поэтому ты хочешь создать дизайн одежды, которая защитит этот первый эшелон. Если скажешь это, я уверена, многие люди от всей души проникнутся к тебе симпатией. Хорошо, давайте еще раз. Съемка. Интервью прошло очень хорошо. Как только мы нарисуем картину у военного предпринимателя, Айда сможет сохранить многие рыночные цены. Большое спасибо. Тебе хорошо в костюме. Можешь оставить. Спасибо. Хорошо, иди уже. Уорнер согласился продать нам ткань. Правда? Не знала, что твоя маленькая ассистентка сможет достичь чего-то подобного. Она мой дизайнер. Прости,
Твой работник, твой великий дизайнер. Ну, когда я встретила ее на вечеринке, поняла, что она довольно умна. У тебя глаз алмаз на талант. Спасибо. Менеджер Ли, здравствуйте, меня зовут Лин Цянь. Я дизайнер из Айда Групп. Это дизайн продукта и требования к склейке. Мы сделали дизайн спасательной одежды. Но шов нуждается в тепловом прессовании клеевыми машинами вашей компании. Мне жаль. Сейчас много заказов, ближайшие полгода мы не принимаем новые. Менеджер Ли, прежде всего, проект Миншен Групп очень влиятельный на рынке одежды в Линхае. Мы должны его получить. Думаю, вы сможете принять решение после того, как посмотрите на наш дизайн. Предложение Айда. Процесс прессования клеевыми машинами вашей компании прошел жесткие тестирования. Качество нашего продукта будет гарантировано. О цене не волнуйтесь. Мы думали о том, как улучшить наш бюджет настолько, насколько это возможно. Мы хотим делать высококачественную спасательную одежду и продавать ее за рубежом. Думаю, благодаря этому проекту выиграют обе стороны. Это действительно очень хороший проект. Мы бы с радостью занялись им. Но понимаете, сейчас из-за нашей нагрузки я не могу принять это решение. Могу я поговорить с менеджером Хуаном? Мистер Ли, простите за ожидание. У менеджера Хуана сейчас нет времени. Менеджер Ли, не могли бы вы сказать менеджеру Хуану, что мы действительно хотим работать с вашей компанией? Да, это очень хороший проект. Я сказал об этом менеджеру Хуану, но в данный момент, сейчас из-за нашей нагрузки, это очень огромный вызов. Такие компании принимают лишь старых клиентов. Вполне понятно, почему отказали новым. Я попыталась объяснить им, что этот проект будет выгодным для обеих компаний, но они не послушали. Но я узнала кое-что интересное. Их босс, менеджер Ли, менеджер Хуан раньше служил в армии. Ваши догадки верны, мисс Ли. Он ветеран на пенсии. Прошу. На первом месте повиновение. Правда? Идите. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, мы из Айда Групп. Мы хотим встретиться с менеджером Хуанем. Вам назначено? Девушка, у вас такие красивые тени. Они сияют на ваших глазах и делают их больше. Где вы такие купили? Хороший вопрос. Давайте расскажу. Сначала нужно использовать светлый оттенок. Затем темный, чтобы подчеркнуть конец века. Тогда получатся большие сияющие глаза. Очень красиво. Входите. Командир Хуан, Северо-Западный военный округ. Я давно знаю о вашей безупречной репутации. А вы? Вы действительно находчивы. Я слышал о Юго-Западном волке. Не ожидал, что вы ворветесь в мой кабинет. Лин Цянь, позволь мне представить менеджера Хуана. Менеджер Хуан, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу простить нас за недавнее. Мы отправим вашей компании клеевые образцы. Я отдал приказ о производстве. Большое спасибо, менеджер Хуан. Пожалуйста. Большое спасибо, командир Хуан. Мы оба ветераны. Зови меня Лао Хуан. Давай как-то свяжемся с остальными сослуживцами и все вместе пообедаем. Конечно.
невероятный! Как ты это сделал? Что ты ему сказал? Чем дольше не служишь, тем больше как ветерану этого не хватает. Поэтому Лао Хан почувствовал, что мы близки. Хотя мы были из разных военных областей, мы все еще как семья друг другу. Люди часто думают лишь о своей выгоде. Вы из разных военных областей, но все же обладаете связью. Это такая редкость. Надеюсь, мы хорошо сработаемся. Обязательно. Стоимость ткани слишком высока. Качество также под угрозой. Мы должны были побольше поторговаться в тот день. Дизайнер изо всех сил пытался снизить стоимость. Но как выиграть тендер с такой ценой? Мы не можем терять деньги. Я скажу дизайнеру подготовить другой набросок. Позже мы выяснили, что Ли Джи Чен купил ткань у небольшой бельгийской фабрики. Какой бельгийской фабрики? Поставщик из Бельгии также был на той церемонии. Я же просил тебя с Ли Джи Чена не спускать глаз. Мы следили за ним все время. Но не знали, что все это время с поставщиком говорил его дизайнер. Дизайнер? Та красотка? Мисс Лин, это все образцы клея нашей фирмы. Спасибо. Пожалуйста. О! Зачем так много клейких полосок? Мы должны сделать много швов. Оно включает разные виды тканей и клейких полосок. Мы работаем над горячими клейкими полосками. С разными видами тканей и клейких полосок мы проведем тестирование теплового прессинга и водонепроницаемости. Одежда должна быть полностью водонепроницаемой, а ткань не должна смягчиться, внутренняя часть одежды не должна сгореть. После погружения в воду на 12 часов продукт будет считаться качественным, если не испортится. Какая крутая речь! Мне нужно записать ее и слушать, когда не смогу уснуть. Люди с пустой головой не страдают от бессонницы. У кого эта пустая голова? Я очень сообразительная, меня хвалили каждый день. А тут тебе нужно объясниться, я твой единственный босс. Кто еще, кроме меня, тебя может хвалить? Мне просто не понравились твои слова, ты должна сказать что-то хорошее. О. Ли Джи Чен притворился, что хочет работать с Фудзина, чтобы подставить меня. Может, Ли Джи Чен отказался, потому что понял, что не сможет вас победить? Черт возьми. Ли Джи Чен сумел ввести нас в заблуждение. Почему вы не разузнали об этом бизнесмене? А теперь ведете себя будто умные. Это просто маленькая фабрика в Европе. Вполне естественно, что мы о ней не знали. Узнай о прошлом этого дизайнера. У тебя красотка в качестве приманки. А у меня симпатичный парень. Алло, кто это? Моя машина следует за твоей. Ты кто? Чен Джен из семьи Ци Групп. Возможно, слышала обо мне. Откуда у тебя мой номер? У меня имеются свои методы. Я знаю. Хорошее местечко. Давай поболтаем. Буду ждать. Боже мой. Менеджер Чень. Садись. Я заказал наугад, не знаю, понравится ли тебе.
Менеджер Чен, не ходите вокруг да около. Прямолинейно? Хорошо. Я предлагаю тебе работу. Я знаю, что ты раньше подавала резюме в семей Ци, но не знаю, почему ты отказалась. Но сегодня не важно, что ты попросишь, потому что я все это выполню. Менеджер Чен, вы переоцениваете себя. Спросите своих работников и узнаете, почему я отказалась. Ты не слышала? Проработаешь со мной 3 месяца, твоя жизнь изменится. За 3 месяца одежда выходит из моды. Менеджер Чен, вы важный человек в индустрии моды, как вы можете говорить как дилетант? Лучше следовать за мной, чем за глупым солдатом. Я уже подписала контракт. Ли Джи Чен ничего не знает об одежде. Я хотя бы работаю в этой индустрии. Хоть он многого не знает, но он поддерживает оригинальный дизайн. В Симэй Ци много дизайнеров, которые копируют чужие дизайны, верно? Менеджер Чен, если вы не возражаете, я откланяюсь. Вы отпускаете ее? Похоже, она слишком верна Ли Джи Чену. Не будем на ней зацикливаться. Алло, Яи, у тебя есть копия информации о ткани? Моя флешка, похоже, в Юннане сломалась. Что? Делать мне, что ли, нечего, кроме копий тебе? Сломалась и ладно. Мне пора, шоу скоро начнется. Пока. Ты... Отправь товар. Понял. Отправляйте товар. Босс, давайте выпьем. Босс, датчик на флешке подает сигналы. Мы отследили точный адрес. Брат, давай выпьем. Нервничаешь? Создавать дизайн функциональной одежды и обычные разные вещи. Я привыкла создавать только модную одежду. Она не особо практична. Не работай допоздна. Она должна быть практичной. Функциональной и практичной.
Где все? В такую рань. Нас, офисных работников, да мы никогда так не страдали. Где вы были? Линьцянь, почему ты не спускалась вниз? С сегодняшнего дня мы все обязаны делать утреннюю пробежку. Дьявольский тренер. Менеджер Ли, я сам могу идти. Спасибо. Что? Ты пропустила пробежку. А зачем мне? Мы просто работаем над одним проектом. Я не официальный работник Айда Групп. Как основная сила компании, я должна на 100% сосредоточиться на дизайне. Мне не надо бегать. Куда собралась? Что? Хочу сказать, во-первых, пока ты в Айда, ты работник Айда. Во-вторых, утренняя пробежка полезна для здоровья. Ты должна бегать. Зачем? Пытаешься быть большим начальником? Я не для бега создана. Я не могу бегать. Не могу я бегать. Подожди. Почему не можешь? Я... У меня физический недостаток. Притворяешься? Я не притворяюсь. У меня плоскостопие. Это правда, не смейтесь. Не могу ни бегать, ни упражняться. Хорошо. Тогда бери свое плоскостопие и идем со мной. Идем. Мне нужно раздать работу. Идем. Снимай обувь. Обувь? Не сниму. Я не могу снять. У меня травма лодыжки. Не сниму. Я в туалет хочу! Я в туалет иду! Хотя обувь имеет эффект отсрочки шока и может поддерживать дугу, но она может ослабить мышцы стопы. Из-за этого у одного из пяти человек плоскостопие. Поэтому тебе нужно упражняться. Можешь не бегать. Делай прыжки с отжиманиями. Какие прыжки? Президент Ли, я не могу этого сделать, я в платье. Тогда это. Скорее. Быстрее. Цзиньюань. Президент Ли, раз ты такой умный и знаешь, как помочь сотрудникам не развалиться на части, тогда почему ты не можешь? Почему ты не знаешь, как общаться с собственной сестрой? Можешь погулять с ней. Погулять? Я даже не знаю, что ей говорить. Я знаю. Слышала высказывание «ядовитый куриный суп». Не так, душевный куриный суп. Быть спутником значит признаться в долгой любви. Это касается тебя и твоей младшей сестры. А еще тошнотнее быть не можешь? Ты вообще девушек не понимаешь. Это называется вдумчивость. Девушкам сегодня такое нравится. Ты должен относиться к своей сестре так же, как бы относился к своей девушке. Ты должен уделять ей внимание, заботиться о ней, утешать, защищать ее. Заставь ее почувствовать заботу. Можешь отвезти ее в хорошее место и угостить чем-то вкусным, не обязательно говорить. Верно? Я попробую. Разве сейчас не лучшее время попробовать? Разве она не звонила только что? Ты должен ей перезвонить. Быстро бери телефон. Прямо сейчас. Договорись о встрече.
Занимайся делами. Еще 50 несделанных прыжков. Бегом. Я же ради тебя стараюсь. Наконец-то он ушел. У тебя есть время? Хочу угостить тебя вместе рядом с твоей компанией.谢谢你等我，将真的告白，让我在时光里期待，芳草萋萋也等着你，你擦肩而过，余温还在。 爱情才明白，你的青睐会黯然，梅花落，樱花开，谢谢你真好，也在。 淡淡站台，你已经不在，带着一程回忆离开。当一枚飘飘想到了故事的开始，少年归来。 终究会发现，许过心愿，泣过无言，老苦谁生，将谁牵？谢谢你，真好。